Министр транспорта республики Ануар Бисуншев и председатель Госкомсми Мухаддин Кумахов посетили санаторий «Электрон». В рамках реализации информационного проекта «Государственный час» члены Кабинета министров провели встречу с отдыхающими детьми. Сейчас здесь находится более 150 ребят, в том числе воспитанники школы-интерната селения Нартан. Ануар Бисуншев озвучил основные направления деятельности Министерства транспорта и акцентировал внимание на туризме. Развитие отрасли требует улучшения качества дорог и транспортного сообщения. Ребята, в свою очередь, отметили, что успехи в этой сфере положительно отразятся на имидже Кабардино-Балкарии. Мухаддин Кумахов поделился информацией о нововведениях в сфере республиканских СМИ. Всего, как говорится, журналистского сообщества, наверное, заметили, как КБП, советская молодежь, Горянка перешли на полный цвет. То есть газеты стали более интересными на внешний вид. Они стараются поменять содержание, потому что сегодня уже требования совершенно других средств массовой информации. Что касается телевидения, в течение этого года мы перейдем на 17-часовое вещание с тем, чтобы потом перейти на круглосуточное вещание. Что касается радио, открываем свое радио, родное, свою частоту 99,5 FM. Этот канал можно ловить где угодно. В рамках проекта «Государственный час» – это уже вторая встреча членов Кабинета министров с отдыхающей молодежью в санатории «Электрон». Первая проводилась в июне этого года.